одел майку, на ней лицо моей подружки Маруси. Сижу за столом, начинаю писать цитаты из Вики-Новостей, которые были личной обидой. Лицо на майке оживает. Смотрю в окно, а там из лицея 2015 года парень сидит. А лицо смотрит на меня через зеркало, вот так где-то, и говорит: «А почему вы расстались? Что произошло?» Тут я понял то, что он не у меня спрашивает, а владельца этой одежды. Тут голос Коли: «Почему? Опять ты вспомнил? Нет».